Ребята, отпишитесь, пожалуйста, на мой твич-канал. Пожалуйста. Итак, встречайте нашу следующую участницу. У нее необычное имя. Ее зовут Жульет. И, возможно, она сегодня найдет своего Ромео. На экране. Привет, привет. Посмотрите. Алло. А что за сникер? На экране. Наш гость. Добрый молодец. Как сказать молодец? Можно смотреть. В общем, я стримерша, у меня 15 зрителей. Я сюда пришла, чтобы оторвать от какого-то медиа-гиганта его медиа-величие. Меня зовут Иван, мне 18 лет, бизнесмен. Ну? Мальчик в самом соку. Он без дискорда? Я уже в дискорде. Он не в дискорде, да. Я думал, вы умеете читать по губам. Потому что я умею читать по вашим глазам. И там я вижу только любовь. Так, первая скороговорка. Если мне Байовал даст, я за Раша ей дедаст. Вот, так, первый цветок тебе. Я, блядь, с работы, сука, не успел вернуться. Ты тут, блядь, парней пикаешь, что это за хуйня? Давай, давай, объясняйся, блядь. Блядь, я вот когда с тобой в доту играл, я знал, что у тебя с пиками все хуево, если честно. Кого ты напикала, ебаный спик? Я не помню, как сюда попал, розовый баблгам в ее губах. Я такой белый, постирали тайны, как-то без тебя, как-то без тебя, так же, как и вчера. Наполнился стакан снова, чем оранжевым сок. Жульет, все в порядке с тобой? Цвет лица немножко изменился. Слишком молодой. Охуела. Иван. Меня зовут Ян, мне 25 лет. Так. Я из города Санкт-Петербурга. Блогер, автолюбитель. Ловелас. И просто хороший парень. А что из этого правда? Девочки, я сразу еще подскажу. Я знаю ваш типаж, знаю типаж ваших мужчин. Оля, я знаю, что тебе вот нравятся дотеры. Я тоже вот стал дотером, сейчас набираю вес. Ой, то есть этот ММР набираю, да. Алина, Дин, если нужно, я могу и поки разложить, тоже неплохо, так сказать. Ну, боевал, у меня такие две хорошие базуки. На кухню я могу с плохим. Слушай, Серег, ой, Жилет, ты бы смогла ли поцеловаться или заняться сексом с незнакомцем? Нет, а я за деньги, если. А за рейд от Вези Гигант. Какого? Что ты хотел узнать? Ну вот стеснялся спросить. Сейчас можешь. Сейчас они на все ответят. Хороший секс или хороший стейк? А ты бы что бы выбрал, Вань? Секс. Разносторонний человек, да? Да. Но однолюб. Никак, мой спутник. Если я тебя выберу, то мы будем как Земля и Луна. И где-то друг от друга. Происходит. Притяжение будет работать, правильно? Сила притяжения будет чертовская. Я отношения-то, в общем, не ищу, просто ищу себе стримера, который мне кидал бы рейды. А так мне, в общем-то, любовь мне и нахуй-то не нужна, если уж так. Ого, какая искренность. Ну не, ну а чё я буду врать? Ну пусть здесь будут искать все люди любовь. Подожди, блядь, чё за шоу?